Что ищешь? Гребень обронила, барин. Дай гребешок волосы расчесать. Ишь, чего захотела? А ты поди вшивая? Грибов, барин, в лесу много. Ох, много грибов. Да ну ее к лешему. Ваше благородие, можем ехать. Эй, ты где? Грибной год, это к чему? Говорят, к войне. Какие грибы кругом посмотрел? Так точно, ваше благородие. Горим. Все лето, почитай, горим. Но дым отечества нам сладок и приятен. Верно говорю? Ну да, ну да. А вы, видно, удивились, ваше благородие, откуда про дым отечества знаю? А я с измальства читать страсть как люблю. Вот другим девки да вино, а мне книжку подавай. Душа отдыхает. Господи, дай мне силы. Я ничего не скажу. Я ни за что не назову ваше имя. Господи, дай мне силы. Зиневич. Зиневич. Вчера задержан. О, вот. 11-й номер. Это одиночный. Ну? Проводи-ка. Шпион? Надо же, а? Открывай. Ты чего стоишь? Режь веревку! Вы вчера слишком рисковали. Похоже, они следили за вами от самого посольства. Разумеется, они все про меня знают, но сделать ничего не могут. У них нет доказательств. Вас спасло только чудо. А вот Зиневича чудо не спасло. Он повесился в тюрьме. Но я уверен, музыкант найдет способ передать интересующие нас материалы. Федор, капитан, на персональном авто. Помочь? Может, я сам. Вы, Алексей Николаевич, чем ведь действует? Спасибо. Лучше адресочек ищите. Я ищу. У меня тут, видишь, прореха была. Я ее зашил. А тут вот еще одна. А зашить-то некому. Все сам да сам. Жениться вам надо. Пуньте на язык, Иван Карлович. Баба, знаешь, она что жаба. Вздохнуть не даст. А ну-ка попрыгай. А? Смешной ты человек, Стрельник. Сколько лет тебе? А все с игрушками ходишь. Кому игрушки? А кому со святыми упокой. Адресочек. Коннитиво, отцу сезон. Thank you.
Кителька. Карени Тотева. Вроде живой. Ну, сенсуа уатейру. Ну что ж, для него война уже закончилась. Извините, у вас дверь не заперта. Мы думали, убивает кого. Чем обязан, господа? Вы, капитан Костин Сергей Павлович. Подпоручик Штольц Иван Карлович. Унтер-офицер Стрельников. Откомандированы начальством ваше распоряжение. По делу Мещанина Зиневича. Вот. Benutzen Sie auf keinen Fall. Тем не менее, не советую пользоваться посольскими телефонами. Per Telefon verabrede ich mich in so. Я не назначаю такие свидания по телефону. Das heißt, dass ich diese russischen Spüre und allmählich in ihr neues Arbeitsgebiet. Значит, будем считать, что этим русским олохам повезло, и они случайно взяли след. Na gut, Rigert. Ладно, Ригард. Давайте составим шифровку. Buchstabe R, 2. Буква R, 2, 4. Значит, ваш жилец, господин Зиневич, служит на кинофабрике «Ренессанс»? Гости к нему заходили? Нет. И что он мог сделать худого? Скромный, тихо, и мухи не обидит. Тихо, мама, ты знаешь, что водится? Иван Карлович, а что это вас так закрутило? Рыбой пахнет. Селедкой. А? И еще чем-то. Что русскому хорошо, то немцы, да? Да он рыбы терпеть не мог! Спасибо, вы знаете, мы здесь сами разберемся, ступайте. Электротеатр «Лотос». Так, что мы имеем? Конверт, пахнущий селедкой. И мылом. Ну да, ну да. Старый билет «Синематограф». Моему верному рыцарю Володе Зиневичу от Алины Горской. У нас пленка закончилась. Можно поправить грим. Нашего демона никакой грим не спасет. Надо было брать Мажухина. Но это банально. Зачем мне твоя печаль? Зачем ты жалуешься мне? Ты согрешил. Не для тебя ли? Против тебя ли? Важно, говори дальше. Нас могут слышать. Мы... одни. А Бог? Не кинет на нас? На нас не кинет взгляд. Какая разница? Он занят небом, не землей. Наказание, муки, ада. Так что ж, мы будем там с тобой, милая. Стоп! Какая милая? Стоп! Константин, ну вы же демон. Вы же демон в конце концов. И потом, что вы от себя тяну порите? Ну, какая милая у Лермонтова? Где она? Скажите на милость, Константин! Скажите, кто это услышит? Тимофей Львович, у Мамонтова на площадке мат-перемат, зато чувства какие! Что?
Запомните все здесь присутствующие! Если бы я проснулся и понял, что я Мамонтов, я бы застрелился! Тихо. У меня вообще Макс не кормлен. Все быстро отошли от меня на 30 метров. Прервитесь ненадолго, мне нужно с вами поговорить. Уберите от меня этого сумасшедшего! Кто его сюда впустил? Кто вы такой? Извините, я забыл представиться. Подпоручик Штольц. Извольте. Мое удостоверение. А, шпионов ловите. Куда вы смотрите? У вас служит некто Зиневич. Да, монтажный. Он арестован. Тогда Филиас Фок вошел в джентльменский клуб и сказал: господа, я сдержал свои слова. И это пари было выиграно. Он был первым человеком, который совершил кругосветное путешествие 80 дней. Жюль Верн. Ну вот, Сергей Павлович, приехали? Молодец. Кто? Жюль Верн. И этот, как его? Фок? Ну да. Мне нужен начальник кабинета перлюстрации. А вы, собственно, кто? Хорошо. Капитан Костин. Окружное разведочное отделение. Старший цензор Мордарев. Замечательный прибор. Мое изобретение. Жаль, на него нельзя взять официальный патент. И работы я вижу немало. В России есть только два человека, чья корреспонденция не может быть досмотрена ни при каких обстоятельствах. Это государь-император и министр внутренних дел. Скажите, ваши люди есть во всех почтовых отделениях Петербурга? Практически во всех. Пожалуйста, в циркулярном порядке попросите их обращать особое внимание на письма, от которых пахнет селедкой и мылом. Роскошный букет. Зиневич был задержан при попытке передать это сотруднику германского посольства. Ну, это из нашей фирмы «Демон» по Лермонтову. Съемки производились с аэростата. Ну и что? А зачем? Так полет же, полет. Полет. Демон летит. Сверху смотрит. Но почему снимали не в Грузии? Ведь у Лермонтова действие происходит в Грузии. Да кто ж сверху-то разберет? Грузия, не Грузия. Дали он военные в Карсе аэростат бесплатно. Вот поехали туда снимать. Надеюсь, вы понимаете, что этот разговор должен остаться между нами. Понимаю. Простите, а вы не позволите мне переговорить с Алиной Горской? Ну, хорошо. Но только ни слова о Зиневиче. Подпоручик Штольц, Иван Карлович. Сударыня, а я ваш горячий поклонник. Я пересмотрел все фильмы с вашим участием по 3 раза. А «Упоенной любовью» вообще целых 7. Как это мило. Позвольте автограф. Отчего же? Извольте. Вот, пожалуйста. А. Горская. Благодарю. Горская! Аппарата. Сергей Павлович, я узнал, Зиневич был совладельцем какого-то аттракциона в парке.
Я все понял, Стрельников. Поняли? Это хорошо. А делать-то что будем? Встречаемся на Елагином у аттракциона «Цепелин». Незабываемое зрелище! Полет демона над Казбеком! Страшное дело! Виды Кавказа с птичьего полета! Цена билетов 30 копеек! Детям до 6 лет бесплатно! Итак, запускаем мотор, отвязываем канаты, мы поднимаемся. Страшное дело, дует боковой ледяной ветер. Опять спокойствие, хладнокровие, наша машина в руках надежного экипажа. Средь полей необозримых. По небу ходят без следа облаков неуловимых волокнистые стада. И над горами Кавказа изгнанник рая пролетал. Сергей Павлович, так эти же виды были на пленке, изъяты у Зиневича. На самом деле никакого Казбека тут нет. Это район Карс. Достаточно вывести эти кадры на план, нанести топографическую сетку, и карта наших пограничных укреплений готова. Вон там Турция. В случае войны она будет на стороне Германии. Зиневич это понимал. Более того, я уверен, что аттракцион сей придуман не для развлечения, а для демонстрации и отбора секретной информации. Здравствуйте! Твой Вадик кланяться! А ну, говори по-русски! Благодарю. А, есть немец! А, ты перец! О, есть, говори! Бесовская радость, этот ваш синематограф. В каком смысле? Во всех. Он даже сведения шпионские через него передает. Экстренный выпуск! Убит эрцгерцог Фердинанд! Страшное преступление! Сегодня в Сараево убит наследник австрийского престола! Франц! Ну, началось. Теперь мы вступимся за сербов. Германия за австрияков. Дело пахнет большой войной. Так, таких поводов и раньше было сколько угодно, а война, однако, не началась. Да и Фердинанда этого в Европе терпеть не могли, царствие ему небесное. Боюсь, для немцев это будет идеальный повод. Значит так, со Штромбаха и его аса-водителя глаз не спускать. Упустите, разжалую. Водовозы. Да, дай-ка мне тот билетик, что нашли у Зиневича. Что вошло 10 июня? Упоенной любовью. Оглушительный успех мадам Горской. Старт. Сейчас будет, да. Пошел, пошел. Это предварительные заезды. Скоро большие гонки. Главное, 3000 рубликов. Наверняка виноват, сударыня. Вы не могли бы снять шляпку? Если я вам мешаю, пересядьте. Смотрите, сколько свободных мест. Что с вами? Ничего. Просто вы напомнили мне одну женщину. Какое старье! Сколько можно смотреть эту программу? Безобразие! Дурят честных граждан! Фу! Сейчас я тебе... Ну! Этот мерзавец от нас публику отваживает. Его подослали. Кто? Из синематографа «Триумф». Тут рядом. А, конкуренты. Ни в чем не разобрать, сразу в драку.
Все в порядке? Нина, садись вместо меня. Ниночка, простите, господа, мало ему еще досталось. Господа, извините. Уж простите меня, Богу ради. Да ладно, до свадьбы заживет. Я играть и одной могу. Непременно сможет, господин офицер, он у нас вундеркинд. А вы, собственно, кто такой будете? Ефимов Дмитрий Иванович, владелец сего заведения. Рюмочку не желаете за мировую? Пожалуй. Василий, подай господину офицеру водочки. И две от меня. Официант! Чего угодно-с? Скажите, этот господин часто у вас бывает? При мне два раза были-с, а вы, собственно, кто-с? Я из контрразведки. О, так-с. А с кем? Не помните? Один. Всегда один. Они малохольные-с. Всякий раз, когда придут, на скатерть вино проливают. Руки у них корявые-с. А ну-ка, разверни скатерть. Ух ты! Sehr gut. Очень хорошо. Das Material ist fertig. Материал готов. Seien Sie vorsichtig. Будьте осторожны. Gestern war jemand mit ihrem Bild. Вчера в кинотеатре «Лотос» на последнем сеансе был человек с вашим фото. Er hat eine Prothese auf У него протез на левой руке. Das ist Kapitän Kostin. Это капитан Костин из окружной контрразведки. Он есть в моей картотеке. Что вы о нем знаете? Боевой офицер, имеет опыт агентурной работы. Только что ездил с секретным поручением на Балканы. Австрийский военный агент Сербии характеризует его как человека в высшей степени опасного. Пахнет селедкой, как вы просили. Линейная улица, дом 8, госпоже Карнауховой, написано корявым почерком малограмотного человека. По-видимому, писала кухарка или приказчик из рыбной лавки. Скажите, вы обычно такие письма вскрываете? Зачем? Что запрещенного они могут понаписать? Рецепт солянки или цены на белужьи щеки? Это вскройте. Внимание, внимание! Гонщики приглашаются на старт! Дамы и господа, сегодня мы присутствуем на финальном этапе гонок, организованных Санкт-Петербургским автомобиль-клубом. Главный приз – 1000 рублей!
Сережа! Милый мой Сережа! Здравствуй, господин профессор! Здорово, здорово! Ты когда вернулся? 3-го дня. Ну, а чего ж не звонил? Знаешь, я вернулся с головой в работу. Я, извини, к тебе по делу. Ладно, потом, потом дела. Оленька! Бог мой, Сережа! Миша, ты знаешь дядю Сережу? Здравствуй, Миш. А я им подарок привез. Миша, это очень неприлично. Спасибо, Сереж. По-прежнему преподаешь? Да, преподаю. Ну, как живой, ручками шевелить может. Недавно профессором избрали. Саша, давайте вы о делах за столом поговорите. Ты как раз к обеду, все стынет. Еще на Бестужевский курс читаю. Хорошая аудитория. Оленька так не считает. Ишь ты, какой веселый. Что с тобой, Сережа? Знакомьтесь, Сергей Павлович Костин, а это моя лучшая подруга Лёля, Елена Ивановна. Боятся войны. А мне иногда хочется воскликнуть, как Максим Горький. Пусть сильнее грянет буря. Горький призывал революцию, а не войну. Да, но просто после бури очищается воздух. Только буря нам с вами не достает. Что? Носите с собой вилку? Она у меня особая. Видите, нижний зубец шире остальных? И заточен под нож. Можно резать мясо. Что, вы сами придумали? Нет. Идею позаимствовала немецкого кайзера Вильгельма. У него с рождения сухая рука. Вот и ему изготовили специальную вилку. Серж, я всегда замечал в тебе имперские замашки. Поздравляем с замечательной победой. Поздравляем. Браво! Помнится, когда-то ты увлекался таймописью. Поможешь расшифровать? Что это? Неужели шпионское послание? На каком языке? Русский или немецкий? 3-го не дна. Забавная вещица. Сейчас разберемся. Чай! Оленька, вы так входите, как шпион. Учителя хорошие. Спасибо, родная. Ой, я знаю, как это делается. Мы с подругами в гимназии так переписывались. Берется какое-нибудь стихотворение. Оля... Извините, господин профессор, не смею вам перечить. Берется и... Ну да. А Оленька, пожалуй, права. Эти дроби указывают на то, что в качестве ключа использован какой-то заранее выбранный текст. Стихи удобнее всего. В таком шифре числитель – это порядковый номер строки, знаменатель – буквы в строке. Для большей сложности одна и та же буква иногда берется из разных строк. Постой. У тебя Лермонтов есть? А почему Лермонтов? Сейчас долго объяснять. Что именно? Поэма «Демон». Вы что-то потеряли? Я не говорю по-немецки. Ну, с Богом. Какая там первая дробь? Числитель 2,
Знаменатель 4. Есть, пиши. Буква Р. 23/6. У. 1/10. Буква С. 2/7. Мягкий знак. А этот Костин, он где служит? Ой, где он только не служил. Был в гвардии, с кем-то поссорился, перешел в армейский полк, уехал на японскую войну, там попал в плен. А что у него с рукой? Не знаю. Это там же, в Японии. Какая-то загадочная история. И сейчас служит в контрразведке. Катюш, ты что-то хотела спросить? Я вот смотрю, вы все на картах гадаете, судьбу пытаете. А я вам и без карт скажу. Крысы из города бегут. В районе Калашниковой хлебной биржи такое творится. Прям целыми стадами бегут и никого не боятся. Потом прям по воде на большую охту, на малую. И там по полям, по лесам. Катюша, ну, для Петербурга ведь это хорошо. Для Петербурга-то хорошо, а в деревне последние подъедят. Жуть. Никакой жути. Жарко, вот и бегут. Ну, как бы так и слава богу. А то их по ночам даже сторожа боятся. Она очень хорошая. Только темная, из деревни я ее приютила. И что у нас в итоге получилось? Русь 11/20/20. Чудненько, как прикажет это понимать. Русь. Гостиница на Кирочной улице. Там назначена встреча. День встречи 20 июня, надо полагать. Время 20 часов, проще говоря, 8 часов вечера. А 11? 11 номер. И что теперь? Отправим письмо адресату. На вот, перекусить достал. Благодарствуйте. Вы лучше ножками, Иван Карлович. Ножками оно для здоровья полезнее. В ногах, правда, нет. Старинная русская поговорка. Или пословица. Поговорка. Да? Или пословица. Heinrich, lange nicht gesehen. Es freut mich, dich aufzutreffen. Leider unter diesen Umständen. Es könnte anders laufen. Какие вести из Берлина? Нас торопят. Карты или снимки немедленно нужны генштабу в связи с убийством Франца. Русские говорят, быстро только кошки родятся. Письмо о встрече уже отправлено. Эх, услышать бы, о чем они там сейчас говорят. Угу. А я думаю, что в ближайшем будущем появится звуковое устройство, способные улавливать издаваемые человеком колебания, пусть даже небольшой амплитуды, но на дальнем расстоянии. Необходимо поменять место встречи. Что с вами, Герр Штромбах? Плохие предчувствия. Да-да, определенно русское понятие. Но я ему доверяю. Возможно, это роднит меня с этим народом. Понимаю. Я поеду. Я был неправ, когда попросил вас снять шляпку там, в лотосе. Она вам идет. А как будет по-японски бог? Ками. Красиво. А может, просто необычно? А стихи на японском вы знаете? Короткий, хоку называется. Хорошо.
Давайте короткие. Хана Нукага Акнутанинва Накари Кэри. Чужих меж нами нет, мы все друг другу братья, под сакурой в цвету. Свет потушен. Муж, верно, уже спит. И не беспокоится о вас? У него был трудный день. Он член Государственной Думы. И сегодня было важное заседание. Спасибо, что проводили. Прощайте. А шляпка дурацкая, и мне совсем не идет. Издеваешься, гад. Ну ладно. У аппарата. Сергей Павлович, Ригерт ушел. Это уже становится правилом. Так, понимаете, дело в том, что я за ним целый день гоняюсь, а он... Слово офицера, что снова не попытаетесь бежать. Это бессмысленно. Даю слово. Вы пойдете со мной. Кого зарегистрирован номер 11? Минуточку. Так, на госпожу Горскую. Это актриса, что ли? Так точно-с. А вы ее поклонник? Вы даже не догадываетесь, какой. Тогда вас ждет разочарование. Резервация отменена сегодня утром. Стой. Жди меня здесь. Повезло, Сергей Павлович. Курская аннулировала резервацию. Вы что, издеваетесь, Стрельников? Никак нет, Сергей Павлович. Она на Елагином острове, за ней Штольц приглядывает. Вот. Едете-с? А костюмчик вам к лицу, Николай Алексеевич. Издеваетесь, Сергей Павлович? Гони на Елагин. Гони. Вы-то думали, Ригерт из посольства в гостиницу поедет? А он прямиком на Елагин остров.
Ладушки! Вот видите, война еще не началась, а жертвы уже есть. Лотос. Только в электротеатре «Лотос» драма в трех частях с участием Алины Горской. Только в электротеатре «Лотос». Да, скажи, что там такое? Лезь, пока не надо. Скажи, а ты еще как там? Давай, давай. Скажи, пожалуйста. Скажи. Вы? Я господин Рогову, Петру. А по какому, простите, делу? По личному. Вы уж подождите. Недолго осталось. Пусть докончит. Топер у вас действительно хороший. А, большой талант. В мобилизацию не повезло с жеребьевкой. Родитель, конечно, мог откупиться, но для вразумления, так сказать, отдали в писари. Так и тянет лямку. Так где, вы говорите, он служит? Ну, я же говорю, в писарях, где-то в штабе. Драку затеял. По-моему, извиняться пришел. Идите, я за вас доиграю. О, а вот это же не он. Это Нина села. Звук не тот. Стой! Стрелять буду! Не стреляю, нам живым нужен. А контуженный сгодится?
И бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада! Я гнался за ним и нагонял его, и отбирал у него. Вы ж убили его, Стрельников. Никак нет, Сергей Павлович. Я все рассчитал. Вон он оклевывается. Платок хоть дайте кровь остановить. А вот вы давеча сказали. Не бывало, когда приходил медведь или лев. Лев или медведь? Это Ветхий Завет. Ты что, не читал? Да кто ж это сейчас читает? Зря. Там как раз про нас все написано.